Представители этнокультурных объединений города накануне провели праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Согласно концепции республиканского флешмоба, среди подростков был организован праздничный концерт и проведены конкурсы. Для маленьких гостей были проведены конкурсы по рисованию на асфальте и спортивные соревнования. В Доме Ассамблеи Казахстана празднуется праздник «День защиты детей». Мероприятие проходит хорошо. Я считаю, что оно довольно грандиозное, потому что там из разных ассамблей выступают дети. Хочу пожелать своим однолеткам, чтобы у них все было хорошо, чтобы они провели свои каникулы хорошо.